Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту ChainShot. Этот проект Telegram Bot. Значит, у нас сегодня стартует новая программа «Ленивый тренар». Вот такое мне пришло уведомление. Сегодня с 14 до 15.00 по московскому времени начнется расстановка структуры в дополнительной программе «Ленивый тренар». Если вы еще не активировали эту программу, то у вас осталось несколько часов. Это можно сделать в пункте «Карьера. Ленивый тренар». Сейчас я вам все покажу в режиме онлайн, ребятки. Значит, опускаюсь вниз, и вот здесь маркетинг. Ленивый тренар. Это смесь линейного и тренарного маркетинг-плана с переливами и реинвестами каждые 7 дней. Здесь вход единоразово 225 рублей. Значит, стоимость активации линейного тренара составляет всего 225 рублей один раз. Эти средства распределяются на 9 разных частей по 25 рублей. 8 частей получают 8 вышестоящих спонсоров. И одна часть – это административный взнос на развитие системы и рекламной кампании ChainShot. После активации ленивого тренара вы будете получать по 25 рублей из глубины 8 линий под вами за каждую активацию. И неважно, ваш партнер произвел активацию или партнер вашего партнера, вышестоящего, нижестоящего и перелива. Понимаем, да? Значит, оплата 225 рублей открывает все 8 линий на 7 дней. Или 168 часов. По истечению этого времени вы перестанете получать вознаграждение на баланс для вывода и начинаете получать средства на баланс реинвеста. Как только вы набираете сумму в 225 рублей на балансе для реинвеста, система находит ваш аккаунт, снимает 225 рублей с реинвест-баланса, отправляет их вашей спонсорской линии и меняет статус программы. С этого момента цикл начинается с самого начала. Вы снова начинаете получать все вознаграждения на баланс для вывода. Ваши партнеры по такой же схеме будут производить реинвест и приносить вам по 25 рублей каждые 7 или более дней. Как вы можете понять доход фиксированной отдельной суммой, но ничем не ограничен в своей совокупности? Вы можете получать десятки, сотни, тысячи или десятки тысяч переводов по 25 рублей. И это будет повторяться каждые 7 дней или более дней. Вот такой вот, ребятки, шикарный маркетинг. Значит, что нужно сделать для того, чтобы активировать 225 рублей? Значит, я нажимаю «Не финансы пополнять», имейте в виду. Нажимаем «Карьера».
Здесь у нас стажер, рабочий, менеджер, директор. И вот в самом низу ленивый тренер. Кликаем. Значит, кликнули. Программа «Ленивый тренер» пока еще не была активирована. Сделайте это прямо сейчас. Активировать программу. Значит, кликнула вот сюда. Успех. Перейти по кнопке для активации. Я вот так копирую ссылку. Ребятки, я не... Это чисто я так делаю. Вы можете кликнуть «Перейти к оплате». Я просто скопировала ссылку, потому что меня Telegram перебросит совсем на другой браузер. Иду в Google, вставляю эту ссылку. И 225 рублей, видите, да? Рубли. Подтверждаю. Опять подтверждаю. Окей. И пополнение. Вот у меня. Пополнение. 225 рублей. Так. И инициирована активация ленивого тарифа. Так, все, я активировала. Понимаем, да? Вот, пополнение. Я пополнилась, ребятки. Так, 5 карьера. Я уже как бы это все. Статус начисления на вывод до 07.02.2022 года. Все. И, ну, а здесь посмотреть структуру. Как бы у меня здесь еще первая линия, вторая. Здесь вот 8 линий в глубину. Вот так. А теперь, ребятки, что? Надо вывести мне свои денежки. Кликаю. Финансы. Баланс для активации у меня 90 рублей. И баланс для вывода у меня 420 рублей. Кликаю «Вывести». Так, введите сумму вывода. 420. Отправить. И введите кошелек. Ну и здесь формат. Вводим кошелек. Так, сейчас проверим. И вывод средств в сумме 420 рублей минус 10% успешно произведен на кошелек. Переходим, ребятки, на кошелек. Это мне не надо, это я закрою теперь. История. Ну, с учетом комиссии 31 января, как видим, платит инстантом. И что мы видим? 31 января. Перевод выполнен. 378 рублей. Комментарий чейншот. Ну и тут спасибо, ля-ля-ля, тополя. Ну вот, платит инстантом. Вот такой вот, ребятки, шикарный проект. Приглашать не стыдно. Проект работает, платит. И, в общем, приглашаю. Ура, вывод средств успешно, ля-ля-ля, тополя. И просит оставить отзыв. Я потом сделаю скриншот и кликну, и перейду в чат. И как бы опубликую отзыв, чтобы люди видели, да? Там все публикуют отзывы, как бы. Ну, в принципе, и все. Вот. Здесь финансы. Не забываем пополнять сначала вот здесь, как я вам показывала. Не финансы, как бы, для активации вот этого ленивого, про этого самого, как его, ленивый тренер. Вот. Шикарный проект. Замечательный, ребятки.
Ну, на этом буду заканчивать. Кому интересно, заходим, работаем, зарабатываем, приглашаем. Но кто не умеет приглашать, ждите переливы. Как бы, ну, это, конечно, будет долго. Я на переливы никогда не рассчитываю. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!